Сестри, це музичний проект Soundchef, в якому черкаські музиканти грають наживо. Звуки нашого міста народжуються сьогодні саме тут, у центрі міста Черкаси. Черкаські музиканти приходять для того, щоб розказати про те, чим вони живуть, що вони люблять і чим вони дихають. Колись один з відомих музикантів світу, Роджер Гловер, Deep Purple, сказав такі слова: якби на землю прилетіли інопланетяні, його запитали, що б ви їм показали? І він сказав, що я б дав їм послухати рок. Сьогодні гурт «Канікули» буде грати яку музику? Рок. Рок. Черкаський рок. І єдине, що потрібно зараз зробити, щоб абсолютно всі привітали цей гурт у нас на сцені. Гурт «Канікули»! Здравствуйте. Хотим пожелать всем хорошего настроения, прежде всего. И чтобы все могли с тобой познакомиться и с хлопцами, которые входят до складу «Канікул», мы хотим поставить тебе несколько вопросов. Прохание отвечать от сердца, честно и не раздумывая долго. Скажи, пожалуйста, Сергею, гурт «Канікули», как заробляли вы деньги на свои первые инструменты? Не помню. Давно было? Да, очень. Что из инструментов вам варто подарувати на день народження гурту? Не знаю, наверное, губную гармошку. Що, окрім дня народження, святкує гурт «Канікули» разом? Ми... У нас кожен день як праздник, мабуть. А порівняння з якими відомими музикантами вам би полестило? Я не знаю. Це не мені рішати. Порівняння з якими відомими музикантами вас би образило? Это ну, сказав би, ви такі круті, як Іво Бобул. Образило б чи ні? Ні. Нормально, так? Дай визначення тому, що робить гурт «Канікули». Ми просто проводимо приємне час вместе, ну і ще стараємося щось подарити приємне тим, хто нас слухає. Зараз ти можеш звернутися до всіх, хто вас слухає і буде слухати. У вас є капелюх, в який ви можете за свою музику назбирати трішки грошей. Ти можеш сказати декілька слів і обрати людину, яка допоможе вам це зробити. Ну що ж, якщо... Если у вас будет желание, можете поддержать нашу деятельность. У нас был человек, он есть. Мы его попросим, пожалуйста. Специально обученный, да? Да. Это Светлана? Да. Вона працює на всіх, я так розумію. Нет, она работает на нас. А, вона ваша, просто її експлуатували інші гурти, да? А, бери, Світлана, капелюх, і, звичайно, ми просимо вас підходити ближче. Гурт «Канікули» сьогодні співає для вас і грає наживо. Слово «прощай» я давно уже устал уходить. Мне хотелось тихонько уснуть, но только вот не хватает любви. Постук манит опять меня к себе. Постук — место, где солнце встает. Постук — это мой путь, это мой брат. Вечно поет. Каждый день я ищу тебя.
тепло, но тепло вновь сменилось зимой, а зима, как по телу ток, я опять возвращаюсь домой. Восток манит опять меня к себе. Восток — место, где солнце встает. Восток — это мой путь, это мой брат Восток. Вечно поет. Мне нравятся стены квартир. Я давно уже их изучил. Я устал и хочу быть один. Ты меня, уж если можешь, прости. Восток манит опять меня к себе. Восток — место, где солнце встает. Восток — это мой путь, это мой брат Восток. Вечно поет. Ми будемо зараз просити всіх вас взяти участь у рубриці «Чесалки», поставити свої питання гурту «Канікули» і виграти трішечки грошей. Хотіла запитати, я знаю, що в тебе є дочка. Скажи, пожалуйста, ти хочеш, щоб вона теж була на сцені, виступала, як ти? Спасибо большое. У мене обов'язково буде дочка. А, ще не буде. Ну, це був син, який в записі участвує в пісні «Діти цього світу». А хочеш, щоб твої діти виступали? Ну, это уже... Это не мне решать, не знаю. Хочется, чтобы все выступали. А кто для вас пишет слова? А ну, мы сами пишем, пытаемся. Сами — это ты? Сами — это мы. Спрошу, потому что я сама пою, знаю, что, что для нас важно. Для нас важно — это душа, в первую очередь. И хочу спросить, что вас вдохновляет на ваше творчество? Спасибо. Вам успехов. Спасибо. Нас вдохновляет все, что происходит вокруг. Как хорошее, так и плохое. Потому что есть как положительные песни, так и, ну, песни о том, чего бы хотелось видеть меньше. Вот вы понимаете, да, что таких групп, как у вас, много. В больших городах. В чем ваш изюм? Чем вы хотите брать публику? Ничем. У нас нет такой цели. То есть вы стандарт? Мы просто делаем музыку и все, а если кому-то нравится, то он слушает, а если не нравится, то он слушает другую музыку. А вот финансовая сторона? Финансовая сторона желает... Оставляет лучше. Я понял. Спасибо. Никто не поставил питання, чому ви обрали для наслідування гурт «Кіно»?
Ви дуже на них схожі, і всі це кажуть. Кіно, кіно, а яку пісню кіно зараз зіграють хлопці? Ну, такі жарти тут бувають. Да, нас немножко это раздражало поначалу, но лучше быть похожим на таких, как кино, бутусов, и не знаю, пикник, чем не быть похожим ни на кого. Поэтому, что касается нашего стиля, мы в первую очередь поэты, а потом музыканты. В поиске своего стиля пока. Подружись со мной, и я расскажу тебе про ветер, расскажу, как мне теперь жить на этом белом свете. Я спою тебе о лете, о тепле, что так приятно, и о солнце на рассвете. Только не беги обратно. Подружись со мной, полюби меня, я спою тебе о своей мечте. Потанцуй со мной, напиши мне письмо, постучи мне в дверь, я открою тебе. Вечер теплый и приятный нам подарит дождик летний. Месяц странный, непонятный, будет страстный, будет бледный. Подружись со мной, и я дам тебе любовь и свет. Только будь со мной, моя королева юных лет. Подружись со мной, полюби меня, я спою тебе о своей мечте. Потанцуй со мной, напиши мне письмо, постучи мне в дверь, я открою тебе. Подружись со мной, полюби меня, я спою тебе о своей мечте. Потанцуй со мной, напиши мне письмо, постучи мне в дверь, я открою тебе. Там ж багатьох людей дебют був взагалі, то те, що ми можемо їх побачити, послухати це, і їм круто, і ми можемо зрозуміти, що в нас в Черкасах все-таки рок-музика живе і живе вона досить добре. І відповідно, чим частіше такі концерти будуть, це тим краще для культурного життя міста, це взагалі круто. Все непросто, в этом мире все как-то не так. Неизвестные чувства
голове бардак. И непонятно, что будет, и непонятно, что есть, что подарит нам завтра, будет злая или добрая весть. Я знаю, что наступит утро, я поднимусь и пойду в этот бой, и время твои раны залечит солнцем и росой. Меня позовут и придется забинтовать руки в бинты. И если мы больше не встретимся, поставь на моей могиле цветы. Я знаю, что заставил твое сердце страдать, эту боль не исправить и не унять. Я не ищу оправдания, лишь просто прошу прости, мое последнее желание пойми и отпусти. Я знаю, что наступит утро, я поднимусь и пойду в этот бой, и время твои раны залечит солнцем и росой. Меня позовут и придется забинтовать руки в бинты. И если мы больше не встретимся, оставь на моей могиле цветы. Я знаю, что наступит утро, я поднимусь и пойду в этот бой, и время твои раны залечит солнцем и росой. Меня позовут и придется забинтовать руки в бинты, и если мы больше не встретимся. Я знаю, что наступит утро, я поднимусь и пойду в этот бой, и время твои раны залечит солнцем и росой. Меня позовут и придется забинтовать руки в бинты, и если мы больше не встретимся. Ще раз ваші описки. Дуже дякуємо тобі, Світлана, цьому гурту. Це був проект Sound Jam. Ми дуже дякуємо вам. До зустрічі на наших концертах.